Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками, интересными художниками. Выставка на меня произвела впечатление. Выставка проходит в музее Ирарта в Васильевском. Выставка Ярослава Гержедовича «Восхитительные подробности». Вот как написано в анонсе. Музей Ирарта представляет выставку известного петербургского художника Ярослава Гержедовича, чьи работы переносят зрителя на перекресток миров. Картины, напоминающие античные шкатулки с секретом внутри, множество изысканных деталей, каждая из которых самоценна и одушевлена. Красота распада материи в сочетании с барочной роскошностью. Каждая деталь, созданная художником, самоценна и одушевлена. На выставке в Ирарте представлено 20 работ, созданных художником за последние 15 лет. Их объединяет высокая детализация и тщательность исполнения. Частое использование пейзажных мотивов с далеким горизонтом, особенности художественного метода автора, сложившиеся под влиянием творчества Питера Брейгеля-старшего и других великих мастеров Северного Возрождения. Однако при всей материальной конкретности творчество Ярослава Гержедовича лишено сконструированного повествования, заключающего зрителя в строгие рамки сюжета. Нет в нем и единства времени и места. Ну так вот, немножко, может быть, заумно написано в анонсе. Просто посмотрите работы. Работы потрясающие, красивые, выписанные. Но, видимо, очень много времени потрачено на каждую работу. С огромным удовольствием походил по этой выставке. Получил действительно удовольствие. Всем рекомендую. Так, сегодня мы немножко познакомились с работами Ярослава Гержедовича. Восхитительные подробности. Это выставка в музее Ирарта. Пока-пока, до свидания. Ta 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 ta